Всем привет! Сегодня будем снимать виноград. Виноград вызрел вот второй год. На зиму лозы мы даже не убирали. Зимостойкий вариант. Сорт Изабелла или какой-то гибрид. Все помнят, наверное, с советских времен. Вино Изабелла. Но здесь какой-то, похоже, гибрид, повторяюсь. Ягоды сладкие, как говорят, в средней полосе России плохо вызревает, кислятина. Сладкие, крупные. Мы-то уже попробовали. Вот если в сравнении с рукой рядом ставлю, вот какие крупные ягоды. Всего второй год. Здесь 12, где-то у нас дюжина гроздей только. Побоялись, что не вызреет. В середине лета 12 штук гроздей я срезал. И зря, конечно. Наверное, бы лето жаркое, все бы вызрело. Растет на даче. Когда уезжали, приходилось нам закрывать агрилом. Немножко прикрывать. Естественно, солнце на них попадало тоже меньше. Но вот верхние очень зрелые. Сейчас мы попробуем, не попробуем, а срежем несколько гроздей. Остальные вот нижние еще чуть-чуть повисят недельку. Срежем позже. Ну вот тоже довольно-таки внизу зрелые. И вот какие ягоды даже внизу крупные. Итак, снимаем первый урожай винограда. Да, прикрывали-то не то, что мы затеняли специально, а просто от птиц. Птицы озверевшие. Клюют все подряд сейчас. Груши, яблоки выклевывают. Ягоды все какие остались. О, какой! Сколько уже? Наверное, там и так уже килограмм. Три грозди. Хорошие грозди-то, правильно, крупно. Может, он гибрид, конечно. Ну, Изабелла, если что-то далеко, но такой вкус приятный. Сладкий. Сахаристость прибор есть, мы померим, но это мы не будем. Просто похвастаться, что вырастили первый урожай. Кто, конечно, если ростит виноград, подскажите, в средней полосе России мы в Тверская область. Какие сорта, кто ростит? И какие сорта не надо убирать. У нас есть еще пару сортов, но приходится их, не очень они вызрели, приходится убирать, прикрывать на зиму. А этот на беседке только лишние отрезаем лозы. Ну и что, и хватит, остальное прикроем. Ой, сколько тут получилось? Здесь прилично? Наверное, да, два. Ну на этом до свидания. Если что, кто поделитесь. Все интересное впереди.